Я передаю слово своїй колезі Світлані Пензові. Свята, вітаю. Продовжуй ефір. Вітаю, Галино, вітаю телеглядачі. Отже, лайв-студія дійсно наразі розпочинає свою роботу, і цієї години будемо говорити про дату заснування Одеси. Так скільки ж років нашому місту? 225 років у цьому році виповнюється, або ж насправді більше 600. Спробуємо розібратися з експертами у студії. Далі о 17:20 у фокусі ефіру опиниться кардіолікарня, що знаходиться у парку імені Шевченка, що очікує на цей медичний заклад. З 18:20 ефір продовжать мої колеги Ганна Полякова та Євген Салтан. А о 19:20 не прогавте ефір з експертом у сфері ЖКГ Валерієм Матковським. Нагадаю, свої запитання можете поставити і ви. Тим часом до виборів президента України залишилося менше 2 тижнів. І ми відкриваємо лінії для голосування і в цьому часі запитуємо вас таке. Чи довіряєте ви соціологічним опитуванням напередодні виборів? 2 варіанти відповіді – так або ні. Голосуйте, будь ласка. Ну, а до нас завітала доктор соціологічних наук Олена Лісаєнко. Вітаємо вас, Олена, приєднуйтесь. І одразу хочеться запитати добрий день. Добрий день. Вас як фахівця, як ви оцінюєте чи слідкуєте за рейтингами? Їх дуже багато напередодні виборів. Розкажіть, будь ласка. Да, действительно, спасибо за вопрос. У нас действительно сейчас публикуется много рейтингов, опросов электоральных, опросов общественного мнения. И эти опросы общественного мнения нужно рассматривать, как они играют роль зеркала общественного мнения. Люди должны видеть и понимать, что думает общество, как, кто является лидером гонки. Но нужно также, хочу отметить, что эти электоральные исследования, они отражают больше не столько общественное мнение, сколько общественные настроения, которые изменяются. И не нужно абсолютизировать данные этих исследований, потому что если какой-то из кандидатов занимает какую-то позицию, какой-то рейтинг, это не значит, что такие же результаты будут в день выборов. Угу. Да. Скажіть, будь ласка, як фахівець, наскільки ви оцінюєте саме рівень тих рейтингів, які пропонуються українцеві напередодні виборів, наскільки вони дійсно складені правильно за методикою? При публикации данных социологических исследований и рейтинговых исследований нужно прежде всего обращать внимание на определенные такие правила. Ну, во-первых, нужно обращать внимание на то, какой центр социологический проводит то или иное исследование. Является ли эта социологическая компания новой или известной в Украине? Например, такие компании, как Киевский международный институт социологии, Центр рейтинг или центр социальных и маркетинговых исследований являются авторитетными социологическими компаниями, и данным их электоральных исследований мы можем смело доверять. Также нужно обращать внимание на то, когда, в какое время проводились исследования, потому что от этого тоже будут зависеть данные этих исследований. Также необходимо обращать внимание на то, сколько человек опрошено. Обычно опрашивают от 2500 респондентов и больше. И кого представляет опрошенная совокупность респондентов. И также все серьезные социологические профессиональные компании также публикуют ошибку репрезентативности исследования. Она обычно составляет плюс-минус 2-3%, но это обязательно рассчитывается профессиональными социологами и указывается тоже при публикации данных социологических исследований. Это так званая социологическая похибка, так? Да. Но в рейтингу президентов эти 1,5-2% играют очень важную роль. А есть похибка, выявляется? Да, 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 безусловно. Вот есть вот эта ошибка репрезентативности выборки, которая может расцениваться, то есть она может изменяться, и она тоже может не дать возможность прогнозировать точные результаты на выборах. Но я сразу даже хочу сказать, что даже за день, за два нельзя точно сказать, кто победит на выборах, потому что около 30% избирателей сейчас, вот по последним данным, которые опубликовал социологический центр «Рейтинг», это около 12 уже процентов,
не собираются прийти, не собираются принимать участие в выборах президентских. И такая часть, где-то 25-30%, которые до последних дней перед выборами не определились со своим выбором. И вот как раз мнение этих респондентов очень сложно прогнозировать, и поэтому результаты голосования могут отличаться от результатов электоральных исследований. Ви задали соціологічну групу рейтингу. Вчора вони оприлюднили свіже чергове дослідження, і згідно з ним лідером залишається Зеленський, його підтримує 24,9% з тих, хто визначився і має намір голосувати. Другу позицію займає Тимошенко, 18,8%, і третю Порошенко, 17,4%. І якщо взяти друге-третє місце, то невелике відставання. Чи зіграє, може зіграти тут роль та ж соціологічна похибка? Адже відставання 1,4% його. Да, безусловно, и это может сыграть роль, но я думаю, что вообще вот ориентироваться на данные рейтинга при прогнозировании результатов голосования не совсем правильно, потому что рейтинговые исследования, электоральные исследования нужно рассматривать как материал для размышления, а не как инструмент прогнозирования результатов выборов. И еще раз повторю, что вот значительная часть людей не знает, не определилась, за кого голосовать. И вот есть такой в социологии эффект, эффект фургона с оркестром, когда часть людей, которые не знают, за кого голосовать, они присоединяются к мнению большинства людей, то есть они начинают выбирать лидеров и за них голосовать. Никто не хочет голосовать за кандидатов, которые не пройдут, или те, которые проиграют. Що значить кандидати, які не пройдуть, так? Це соціологічне дослідження, і, наприклад, так, є велика трійка, говорять про велику четвірку, велику п'ятірку, але це не має бути керівництвом до дії, адже є й інші кандидати. І що ви порадили, якщо ви підтримуєте того кандидата, який згідно з рейтингом не долає навіть 3% бар'єр, але все ж таки керуватися своїми особистими думками, вподобаннями, чи тим, що, ну, з одного боку, все-таки навязывается социологией? Нет, я думаю, что всегда есть часть избирателей, которые поддерживают, выбирают своего кандидата, независимо от рейтингов, и приходят день выборов, и его поддерживают, и голосуют за него, потому что они знакомятся с его программой или поддерживают его как деятеля известного им по каким-то, ну, скажем так, предыдущей его деятельности. Поэтому часть избирателей, избиратели, конечно, вот выбирает и голосует за своего кандидата. Часть, может быть, и смотрит на рейтинги и тоже учитывает, но считается, что общий эффект влияния рейтингов на избирателя незначительный. Поэтому преувеличивать значение влияния рейтингов на электоральное поведение все-таки не стоит. И знову ж таки до соціологічної групи «Рейтинг». Вони представили чергове дослідження вчора, це за минулий тиждень. Напередодні, за останній тиждень, зазначається, що електоральні позиції лідерів практично не змінилися. І тоді виникає питання, наскільки коректно проводити такий зріз думки кожного тижня, і наскільки репрезентативно буде, якщо бралися до уваги кілька сотень людей у розрізі цілої країни в 42 мільйони. Ну, во-первых, я хочу обратить внимание о том исследовании, которое вы сказали, что это исследование было проведено группой «Рейтинг», которую они опубликовали вчера с 9 по 15 марта, а опубликовали данные на своем сайте и в СМИ они 19 марта. И, естественно, с 9 марта, когда начали проводить исследование до 19-го, 10 дней, естественно, общественное мнение, общественное настроение могло измениться. Поэтому логично, конечно, было бы продолжать проводить исследования. Только повторные исследования могут дать, как раз показать картину динамики изменения, сделать мониторинг вот, динамики электоральных настроений. Другое дело, что, конечно, нашим избирателям очень сложно
в этом море рейтингов разобраться, каким данным доверять, каким так, нет. Так, и замовні. Як відрізнити, чи є такі Но здесь не они должны как раз это делать, выявлять, какие рейтинги настоящие, профессиональные, социологические, а какие нет. Все-таки СМИ, которые публикуют эти данные, должны проверять, является ли социологическая компания фейковой или профессиональной компанией, и должны проверять источник социологической информации и публиковать те данные, которые вызывают доверие. Дякую вам за поради. Пропоную подивитися підсумки інтерактиву і їх прокоментувати. Чи довіряєте ви соціологічним опитуванням напередодні виборів? Ми вас запитували. 25% тих, хто додзвонився, сказав так, ні, 75%. Ви очікували такі результати на поставлене запитання? Ну, в общем-то, ці результати можна об'яснити тем, что сейчас у нас вообще в обществе очень многим социальным институтам и многим, скажем, даже, ну так сказать, компаниям и даже людям не доверяют. И похитнулась от этого. То есть, да, институциональный, да, уровень институционального доверия очень низкий, доверие к политикам недостаточно высокий, скажем так, да, и поэтому, естественно, люди не доверяют. Но то, что уже вы сказали, что треть доверяет данным социологии, четвертая часть, это, в общем-то, говорит о том, что уже это неплохой результат. И я надеюсь, что все же украинцы сделают свідомий выбор, так, как им подсказывает власний розум. Конечно. Дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Олена Лісаєнко, доктор соціологічних наук, була нашою гостею. Говорили про соціологічні опитування напередодні президентських виборів і чи варто їм довіряти. Ну, а вже за кілька хвилин у лайв-студії порушимо тему «Скільки ж років Одесі? Більше 600 чи 225 років виповнюється цьогоріч? Дочекайтеся».